Ну что же, всем здорово, пацаны и девчонки, с вами Даник, и решил для вас записать такой мини-бложик, как же будет происходить мой путь до моей альфочки. В конце видоса обязательно на ней проедусь. В общем-то, сегодня... сегодня какое, я не вижу. Сегодня 27 декабря, 10:51, и через 2,5 часа у меня поезд, и буду я ехать на поезде 21 час, потом еще на автобусе 3 часа. В общем-то, целые сутки я буду ехать до своей ласточки. Она находится в Берестовеньке, я сейчас во Львовской области. В общем-то, будем ехать к моей ласточке больше 1000 километров. И, ну, решил для вас записать такой видосик 1000 километров до моей альфочки. Путь в 1000 километров. Во, короче. Перед началом видоса, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями. Ну, да и все. А мы переходим уже к самому влогу, или как это назвать, не знаю. Все, погнали. Так, ну что же, сейчас я беру уже свои штативчики, складываю в рюкзачок. Главное, местечко для них подыскать хорошее. Так, крем я должен забрать, отвезти там кому-то. Главное, не забыть свое оборудование для съемки видосиков. Моя комната, мои вещи. Это мой творческий беспорядок, если что. Так, ладно, это я потом возьму. Колоночка. Колоночка может быть понадобится. Не знаю зачем. Но может быть понадобится. Короче, вот в этом я поеду. Это теплый свитер. Очень теплый, потому что в Берестовеньке очень холодно. Там что-то минус 15. Не, не минус 15, минус 10, извиняюсь. Водолазочка. Теплый свитерок. Ну, дальше возьму пауэрбанки. Все такое. Комп это все останется здесь. Ну, да и все. Давайте включусь, когда пойду на кухню. Пообедаю, что ли, завтрак. Я не знаю, я проснулся в 10 утра и сразу начал собираться, в душ сходил. Ну, короче, буду включаться, когда буду что-то делать. А если буду просто сидеть, то не буду включаться. Короче, в поезде расключусь, включусь по дороге на поезд. Будет видно, короче, все. Пошли, поехали, все, давайте. На данном видео можете наблюдать то, как я иду на машину, чтобы меня отвезли в Трусковец на поезд. Ну что, пацаны, девчонки, все, мы в поезде, приехали пораньше, до отправления еще 40 минут. Ну, главное, приехали пораньше. Зато успели. Да, зато успели. Будем отправляться, я вам уже покажу, как будем отправляться, но сейчас позвоню пока родителям. Ложусь и буду фильмы смотреть. Едем дальше. Коляска. А вы уже можете. Вы просто посмотрите на вот это вот. Это в тамбуре. Это капец. Это снег. Гляньте. Гляньте на окна. Сейчас покажу с этой стороны.
Гляньте, какие узоры. Капец, прикольно. Ну что, пацаны, девчонки, я вышел сейчас в тамбур, не знаю, как это называется. Все спят, и не хотел никого будить. В общем-то, уже 00:30 я уже пойду спать, поэтому увидимся уже завтра. Всем спокойной ночи. Для меня пройдет несколько часов, а для вас всего лишь пару секунд. Все, увидимся уже утром, как проснусь. И я буду тогда уже в Днепре. Наград, в Днепре видели, снег фигачит, тоже фигачит. Сейчас иду на такси, приеду домой, заведу ласточку, проедусь чуть-чуть. И, наверное, буду видеозаживать. Наталья, капец, как холодно, я рук не чувствую, ноги отморозил в этой маршрутке. Короче, все, идем на такси. С вас лайкосик обязательно и подписочка. Все, погнали. Это Ника. Все, пацаны и девчонки, я уже дома. Монстр встречает меня. Да все, 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 тихо, 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 тихо. Куда ты? Что ты? Все. Ё-моё, бешеная. Какая высота. Капец. Так, ну а я сейчас пойду заведу свою ласточку, проедусь по улице. Шо, шо, Ника, шо? Ой, радости, радости. Ну, ты шо, глянь? Как она у тебя там получается? Да, видно ее. Вот, смотри. Ох ты, ёмки. Ой, ты моя девочка. Ой, ты моя куколка. Так, ладно, пойду я возьму крепление нагрудное и проедусь. Попробую завести. Да я сейчас поем, бо я не ел ничего. Я так есть хочу. Борщик горячий. Да я так есть хочу. Девчонки, все, я дома наконец-то. Смотрите, взял ключики. Сейчас идем к моей ласточке. Папина машина уже стоит здесь. Так, надо бы свою ласточку найти где-то. О, кошка. А вот и моя ласточка, как же я ее давно не видел. Ух. Сейчас попробую как-то вытянуть, чтобы машину не поцарапать и постараюсь на ней проехаться. Ё-моё, пацаны и девчонки, в общем-то, сейчас пару секунд, и я ее уже начну заводить. Все, погнали. Как она тут завязана? Так. А, нет, есть шлем. Вот он, шлем. Как вы можете видеть. Ладно, одену и такой. Главное, чтобы можно было проехаться хоть как-то. Ведро, стулочку уберу. Так, ладно, давайте я его прогрею, что ли.
Как я его прогрею? Я ж ключи забыл. Все, стоит. Да, пацаны, вы слышите этот звук? Наконец-то. Окей, пусть пока прогреется. Снова снег пошел, гляньте какой. Ё-моё, я по снегу еще никогда в жизни не ездил. А? Вот танк, блин, косолапый. Не. Пацаны и девчонки, я так давно не снимал видосики со своей ласточкой. Я сейчас такой рады, вы не представляете. Наконец-то я попал домой. Наконец-то. Слышишь этот звук? Пацаны, девчонки, очень классно, очень и очень. Я прокатнулся, надеюсь, телефон снял, не вырубился. Но если вырубился, то обидненько. Опа, бензинчик, ай. Ударился головой об косу. Вот просто гляньте, как я тут на кото сел. Кайфово-то как зимой кататься. О, давно не катался, пацаны. Вообще забыл какие-то ощущения. Офигенно вообще покатался. Офигенно, больше нечего сказать. На дворе идет снег, а мне по барабану, я катаюсь. Очень надеюсь, что вы меня слышите. Забыл взять сейчас
микрофон свой. Забыл микрофон петличный взять. Ну гляньте, вся в снегу, ласточка. Ключи оставляю. Шлем снимаю. Вот куда-то сюда его. Все. Идем в хату, и там, наверное, сейчас вам расскажу все и вся. Фух. Ну классно. Мне понравилось. Так давно не катосило тут. Ух. Пацаны, за это обязательно лайкосик и подписочку на канал. Ноги отморозил, пока ехал. Ё-моё. Да, в Акате я дрифтил только что, я там чуть не упал. Оно так классно кататься. Оно же дорожку примело. Ага. Все, я пошел есть, бо я ничего не ел, я так есть хочу. Все, я дома, вот моя сумка. Надо сейчас будет вещи разбирать. Короче, пацаны и девчонки, я не знаю, это так круто. Вы, кто еще не катался зимой, ё-моё, ну это так офигенно, так... Тебя так кидает заднее колесо, ну ты понимаешь, если ты упадешь, что будет мягко. Блин, я не знаю, мне очень понравилось, на голове у меня капец, конечно, происходит. Пацаны и девчонки, блин, вот так вот я преодолел больше 1000 километров, чтобы... Вот сейчас проехаться на моей ласточке и в дальнейшем снимать для вас видосики с ней в течение 2 недель. Короче, пацаны, девчонки, такой у нас получился видосик. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайкосик. Подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями. Ну а с тобой был Даник, увидимся уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока!